Официальная русофобия приобрела на Западе беспрецедентные, гротескные масштабы. Там уже не стесняются открыто заявлять о намерении не только нанести нашей стране военное поражение, но и разрушить, расчленить Россию. США и их союзники хотят остановить маховик истории. Когда-то, провозгласив победу в холодной войне, Вашингтон возвел себя чуть ли не в ранг посланника Господа Бога на земле, у которого нет обязательств, а есть только священные права безнаказанно действовать, как и где угодно. Сейчас Запад закатил истерику из-за проходящих в Лаосской, в Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях Украины референдумов. Но проживающие там люди, по сути, лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе прошлого года рекомендовал глава киевского режима Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков, уходить в Россию. Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки.